аппарат 16-срезовый, в принципе, бесконтрастные КТ-исследования можно делать. Он нам очень неплохо помогает в диагностике по стационару. Вот, по поликлинике у нас, соответственно, есть свой аппарат. В последующем будем развивать только КТ-исследования как можно больше. Вот. Ну, в связи с этим, соответственно, приобретен быстро возводимый модуль. Спасибо Министерству здравоохранения. Все-таки пошли на глобальное строительство вот этого модуля. Модуль очень прекрасный получился, великолепный, мягкий. Гораздо удобнее стало, чтобы не возить их в другие отделения. Ну, вернее, не отделения, а в другие больницы. Вот. Поэтому как бы все рядом.